Всем привет, всем привет, с вами Шмэгов на канале Ушмэг, и сегодня поиграем в игру под названием Train 4, то есть четвертая часть The Nightmare Prince. Собственно говоря, мы можем начинать, правильно? Режим персонажа, не играющий в режим, могут играть одного, но каждый за любой персонаж. Классический режим могут играть одного, но каждый за уникальный. Давай классический. Сложность игры, давай низкую пока что, потому что играем впервые, поэтому будем просто смотреть и наслаждаться игрой. Если не получится наслаждаться, то просто играть. Если не получится играть, то мы выйдем отсюда и все. Как я понял, озвучки нету. Однажды, как-то раз, волшебник Амадей проснулся в доме высоко в горах. Он был вдали от родных краев, на съезде волшебников вместе с другими магами. И он решил прогуляться этим утром до почтового ящика. Пускай путь до него был не близок. Пора найти этот почтовый ящик. Движение влево-вправо. А это двухмерная игра, да, всем вот так вот. Так, а мы можем что-то... Опа, это что такое? Шотце? Непонятно, да? Так, ладно. А я могу убирать это вот? Создал, блин, не пройти теперь. Так, уходим. А прыгать могу, хорошо. Сидеть могу. C. Control. Прыжок, ну это понятно. Опа. Собираем ману. Холодновато тут. Опа, ничего себе. Скользнули. Так, стоп. Прыгаем по деревьям. Пора покидаться снежками. Зажмите левую кнопку, чтобы сломать ветки. О, отлично. Бабас! Бабах! Бабас. Оп, а он меня может убить, этот снег, или нет? Тихо, стоп, мы делаем вот так. Тихо. Ничего себе. Да блин, зачем этот куб я вообще сделал? Я не хотел же делать куб. И вот на него куб теперь, правильно? А как я сделал куб? Хорош. Паркур. Левитация? Что значит левитация? Я понял тебя. Классно. Классненько. Сейчас мы, наверное, с помощью куба сможем построить туда. Нам надо забраться, короче, типа туда. И все, нам больше ничего. А паркур? А еще я могу сделать один? Нет, только один такой. Так, хорошо, сейчас, стопэ. Немножко сюда подвинь. Нам нужно снеговичка, типа, слепить, правильно я понимаю? Все понял. Стопэ! Куда полетел-то ты, алё? Еще есть один? Нету больше одного. Так. Ну, давай попробуем так. Все получилось. Пока ничего сложняцкого вроде нету, просто бежим. Поднимите предмет воздуха и переместите его в липкий снег. Что-что, поднимите предмет в воздух? Вот так, правильно. Так, а что со снегом? Со снегом пока непонятно, да? Липкий снег. Сейчас. Стопэ, подожди, а как я могу поворачивать, если... наверное, знаешь, как надо сделать сейчас? Подойди-ка сюда поближе. Что-то не понял. Одинокие прогулки по дикой местности заставляют меня скучать по старым приключениям. Кроме тех моментов, когда я был на грани смерти. А что за липкий снег? С липким снегом непонятно. Так, окей, добрались. 8. Хорош меня пугать.
8 набрали, значит, со... Я не особо... Воу-воу-воу-воу-воу. Я не очень понимаю... крутить колесико, ё-моё, и вот тебе долбаниус. Все, я понял, сейчас смотри, вот тебя, вот. Тик. Хорош? А, туда не запрыгнул, да блин. А, я, значит, думал, что можно. Так, все, понял. Колесико надо крутить, а я думал, нажимать надо. А, создайте ящик. А, либо Е, либо мышкой можно. И чего? А-а-а! Все, понял, так. С помощью Е, а я думал, мышкой можно накрутить этот, и все будет отлично. Что там? Там две штучки валяются? А, так мы ящик сейчас вот туда ставим, и все. Теперь убираем, подпрыгиваем. Что выделить? Моя магия ящика всегда поднимет меня и спасет. Видимо, такое говорилось. Так. Так. Да, ящики хороши. Пока помогают, очень хорошо. Ой, бедный козлик. Поднимите бревно в воздух. Да. А, помогли мы этому. Уф. Так, стопэ. Бревно, иди сюда. Я поворачивать тебя не могу, да? Так, хорошечно. Мне следует раньше поставить эту открытку Маргарет и детям. И почему этот ближайший почтовый ящик расположен не пойми где? Все, понял. Так. Да, обычная бродилочка такая. О нет, вчерашняя лавина разрушила мост. И как мне теперь добраться до почтового ящика? А, козел поможет. Что за изумительный козлик? Благодарю тебя. На секунду мне показалось, что он хочет меня боднуть. Так, наверх. Есть смысл? Нет смысла. Так, стопэ. Что надо сделать? Ага, понял. А, стопэ не понял, нет. Ты иди сюда. Наверху две штучки. Как две штучки? А, все, понял. Так. Одна отставить. А, липкий снег, я понял. Не, вот. Вот еще. Ну, блин, вот. Ну, ладно, давай так. В липком снегу он может... Оп. И... Оп. Запрыгнули. А сюда... Опа, хорош, так. Собрали. В липком снегу могут, значит, детальки там застревать, и все будет чики-пуки-буки-вуки, еее, камон. Что это тут у нас? Письмо для меня? А не надо, я же не хотел пропускать, зачем я нажал еще раз? Блин. Вторым из наших зачарованных героев был рыцарь Понтий. На момент начала истории Понтил был занят своими делами. И дела эти вели его в проклятый особняк. Начать уровень, давай начнем. Это заброшенное здание раньше принадлежало недавно почившему рыцарю. Сразу после похорон он восстал из мертвых в виде зловредной нечисти, мешающей соседям.
Но Понтий совсем разберется. У него есть меч, щит и надежда получить пирог после всех дел. А, и мы можем обороняться и атаковать, правильно? Разберите бочки и ящики своим мечом. Понятненько. Прыгните на втыку, чтобы проехаться на ней. А, вот так вот. У-ля-лям-ба-ля-лям-ба-ля-лям-ба. Хорошо. О, тут это прыгучая какая-то хрень. Хе-хе, весело, прикольно. Жаль, что дом стал таким. Должно быть, в свое время это было уютное местечко. Пока были ухожены, на них росло все, что... блин, я не успел прочитать, ребят, извините. Ну, быстро он что-то как-то начал это, я такой, типа, я думал, он это, а он не это. Что? Что там было написано? Подпрыгните. Я понял, нам надо просто вот сюда, в прыжке, вот так, экс-ля-ля. Да, хорошо. Топните по качелям ногой, чтобы подбросить блок в воздух. По качелям... А, все, я понял. Так. А почему ты не хочешь? А, ну, наверное... Все, я понял. Этот старый особняк кишит призраками, но я благоразумно пришел сюда днем. В лучах солнца проклятая нежить выглядит не так уж и страшно. Так, вот так вот делаем. Хорош. Оп, хорош. Немножко толстовато, конечно, для рыцаря. Но ладно, мне ли тебя судить? А это, видимо, зеленые ядовитые следочки. Так, хорошечно. Хорошечно, все ниже и ниже мы идем. Опа, это кто такие? Используйте щит. Отлично. А это там кто такие? И как только бы добропорядочный рыцарь мог превратиться в такого жалкого злодея? Ты мало что понимаешь, друг мой рыцарь. Но раньше я был точно таким же. Получив ранение в бою, я стал бесполезен, и меня списали. Другие рыцари стыдились меня. В конце концов, мои друзья, мои слуги все бросили меня. Оставили гнить в этой дыре. Это неправда! Не оправдывает твое злодейство. Take. А, подожди. Хорошечно. Так, стоп, эндера. Опа. Так, три нашли. Вот это как забрать? Свет надо. Свет. Свет, мой зеркальце, скажи. Да всю правду расскажи. Подожди, не понимаю. А, понимаю, стоп. А я могу этот сдвинуть, клещ? Не могу? Подожди, а как тогда сделать? Щитом можно загораживаться от снарядов и отбивать их. Не, а как вот этот забрать? Что-то надо свет-то туда приплюснуть. Или оттуда можно что-то приплюснуть? Ничего нельзя приплюснуть. А как я оттуда приплюсну свет? Загадка, подожди. А, все, понял. Получилось, нет? Так, надо как бы... Да подожди ты. Да подожди, да отпусти ты. А! Куда я свечу или нет? Я не вижу.
Блин, не туда, а как так-то, подожди. Ну, вроде так же, да, или нет? Нет, подожди, а как туда вот надо... Блин, надо как-то ящик сдвинуть, получается, да? Или нет? Ладно, хорош тупить, погнали, погнали, короче. Стоп. Как это сделать? Оля лямбра. А как это сделать? Подожди. Все было совсем не так. А, я понял как. Вот так. Да, я что-то вначале тупанул. Ай-яй-яй-яй. Больно, больно. Больно, больно. Опа. Ну, держись, проклятое ты существо. Так сразимся же в битве, я жду. Так, значит, вот противен свет. Оп. А, все, я понял. Так. Теперь что надо сделать? Ой-ой-ой. Блин, надо туда вот попасть этой фигней за. Опа! Все, вот и прошли миссию. Молодцы, мы молодцы. Кто молодец? Я молодец. Да. Такой молодой Шрек, типа, да? А, письмо адресовано Сиру Понтию. Вот это да. Это же мне. Добрый сир Понтий, герой тройки. У нас пропал принц, но мы верим, что с вашими выдающимися способностями вы найдете его в два счета. Внутри снова призываете свою тень, читаете это заклинание и наблюдаете. Принц Сели обладает кое-каким талантом к магии, но недавно при использовании своих сил с ним приключилось несчастье. Обращаться с ним нужно жестко, но бережно. А нашим последним героем была Зоя. Как Амадей и Понти, она также зачарована загадочными силами тройки. Судьба и удача привели ее в город, где в это время шли праздничные гуляния, но это ее мало интересовало. На момент начала истории она не спала всю ночь, занимаясь делами под цель своей таинственной натуре. И далеко не все из них были геройскими. Так, что у нас с этой? Да, пока весь город веселился, Зоя кое-куда крала, задумав кое-что недоброе. А, воровка обычная. Ну хорошо, давай за воровку поиграем. Но она с луком, она может стрелять. Возможно, более честный человек предпочел бы выйти через дверь. Там столько картин, что пропажу они обнаружат не раньше, чем через неделю. Я что, разговариваю сама с собой?
Ай-яй-яй-яй-яй. Так, собираем 47. Но на один мы не собрали, да, помните? Ой, ё-моё, я как... А, у нас есть веревку. Я не знал, что у нас есть веревку. Так. Так, я понял, все, окей. Утя! Нет? А, откроется только через веревку. Ой, оп. А, так, вниз, окей. Так, хорошечно. Хорошечно, пока идем. Так, 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 прыгаем. По лодочкам. Скорее, мы уже опаздываем на маскарад. Разве не будет идти всю ночь? В отличие от развеселой публики, Зои не интересовалась фестивалем масок. Не, на мне было нечто совсем иное. А, не поможет это? А, понял. Все, хорошо. Можно было два шарика. Или один, или два, или один, не знаю. Э? Хорошечно. А как отпустить? А, все, понял. Ага. Так, 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 так. Так и так и так, так и так и так. А зачем эти кристаллы? Ну ладно, мы потом разберемся, зачем эти кристаллы. Так, тут пока ничего нету. А, ну мы сейчас, да, так, стоп, Андрей. Стоп, Андрей. Я ж правильно все сделал? Да, привязал, чтобы она не откатилась и убежал, да, все правильно. Выделить цель веревки. Ой. Зачем нам это делать? Я так не мог запрыгнуть, типа. О, пузырял. Мы за пузырял. Да, пузырял наше все. Быстрее, лови. Ловимс. Веревка может послужить мостом. Ой, это что такое здесь? А, я понял. Хорош! Мишку выиграл, да? Вот такие тут еще секретики. Слушай, может быть, на тех героях тоже были секретики? Чпоньк. Ой, извиняюсь. Чпоньк и чпоньк. Хорош! Классный персонаж. Так, что здесь у нас? Здесь у нас... Так, а, понял, все. Сейчас достаем этот... вот этот пузырь. И вот так. Так, теперь здесь что у нас? Или наверх. А что мы наверх можем сделать? Ничего не можем сделать. Ну, хотя, может быть, там есть кристаллики, да? Спрыгивать эсочкой. Хорошечно. Хорошечно. Кошак, смотри, какой здоровый кошак. Он устает. Теперь нужно найти звонок. Так, нашли звоночек, все хорошечно. Ой, ты кто такой, лысый? Опа. Приятно иметь с вами дело. В обмен на украденную картину я получила кошель, набитый золотом. Oh.
Внезапно в воровке, к ее большому удивлению, проснулась совесть. Это же просто картина. Может, маскарад меня развеселит? Ой, так, подожди. А, все, понял. Подожди, а здесь-то ничего не валяется? Нет никаких этих. Птю-птю! Птю-птю! Она говорит. Птю-птю! 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 Так, ладно, что здесь у нас? Маскарадиус. Направляясь на торжество, Зоя наткнулась на место, пробудившее в ней воспоминания. Городской приют. Ой, улыбка на статуе, посмотрите. По крайней мере, никто не видит этого что-то там, не знаю. Я не успел прочитать. Видите, опа-на. Письмецо. Дорогая Зоя, прославленная героиня, спасительница королевства. Нам нужно, чтобы вы вернули принца Селия обратно под опеку Астральной Академии. Пока принц где-то там совсем один, ему угрожает опасность. Эти тени. Это был просто кошмар. Ой, ёптель. Я аж сам испугался, если честно. Нельзя же так. В ожидании вестей о вашем успехе, Вильгельмина, волшебница Астральной Академии, представитель Верховного Совета. Письма, написанные Верховной Волшебницей, привели трех наших героев на каменистую ветряную пустошь. Здесь им нужно было найти принца Селия, который таинственным образом исчез. Ребят, на этом я закончу серию по данной игре. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем пока! Ура!